Всем привет, дорогие друзья. Вот принесли мне в ремонт вот такой телефончик. Это А51 Samsung, модель А515F. И вот с такой вот проблемой. То есть человек с утра встал, увидел, что телефон просит обновления, подтвердил это обновление и получил вот такой вот don't load mod loop. Ну, то есть ошибка загрузчика. Что для этого необходимо нам сделать? Для начала необходимо подготовить некоторые файлы. Это прошивальщик Odin 3, драйвера для Samsung и нужную нам прошивку. Сейчас переходим на компьютер и я вам все покажу. Для начала заходим на сайт 4PDA, находим наш Galaxy SM A515A51, который, и ищем здесь утилиты драйвера. То есть скачиваем драйвер Galaxy A51 и можно другой драйвер Galaxy A51 и программу Odin. Устанавливаем драйвера, также скачиваем крайнюю версию 3.14.4 Odin. От Юрчик 79 можно. Вот. Скачиваете и распаковываете ее в каком-нибудь месте на диске D или на диске C, где как вам удобнее. Далее ищем прошивку необходимую. Здесь можно также скачать прошивку. Крайняя прошивка это A515FXXU8HWI1. Это 13 Android. Крайняя версия, она идет на Google Диск, либо же можете зайти на сайт прошивок, да, сайт smfw.com. Вот такой вот сайтик. Здесь вводите на название модели A515F, выбираете ее и получаете вот такое вот окно, что оно предлагает скачать вот такую прошивку для вашего смартфона. Так. Здесь мы выбираем страну. В данном случае Россия, ру, Россия, сер. Вот. Предлагают варианты прошивок. Здесь можно выбрать различные фильтры. То есть какую систему, какая бит версия. И прочее. То есть мы видим, вот крайняя прошивка, это вот как раз HWI1. Нажимаем на нее и скачиваем. Скачать можно по Google аккаунту, либо в браузере. Либо еще несколько вариантов. То есть выбирайте необходимый. После скачивания переходим в папочку с Odin и запускаем его. Появляется окно Odin 3. Далее берем Type-C провод. Вот такой вот Type-C кабель. Подключаем к компьютеру одним концом, а вторым концом подключаем смартфон. Вот таким образом. И видим, что наш компьютер определил наш телефон COM20. Теперь необходимо распаковать нашу прошивку и добавить вот эти вот 4 файла, то есть BL, AP, CP и CSC. Закрываем нашу прошивочку, распаковываем файлы. Так, теперь выбираем, значит, видим, что у нас все определилось. Выбираем BL. Нажимаем кнопочку. Находим наш каталог с прошивкой и выбираем BL. Ждем. Все, BL появился. Теперь AP. Далее. Ожидаем, когда загрузится АП.
большой файл, поэтому нужно подождать. Так, АП у нас загрузилась, загружаем ЦП, нажимаем кнопочку, выбираем ЦП, опять же появилась и остается у нас CSC. Здесь мы выбираем Home CSC, не CSC of XM, а Home CSC. И также ждем, когда этот файл подгрузится. Все, все наши файлы подгрузились. Теперь нажимаем кнопку старт и ждем окончания загрузки прошивки на смартфон. Так, телефон у нас запрошился и перезагрузился. Сейчас ждем загрузки. И прекрасно работает. После загрузки, как вы видите, все остается на месте. То есть WhatsApp, Сбербанк вот установлен, ВКонтакте. То есть все приложения остаются на месте. Даже галерея не страдает при таком восстановлении. Если же ваш смартфон в процессе всего этого не загрузился, то есть остается зависшим на начальной заставке, тогда вам необходимо сделать сброс на заводские настройки. Для того, чтобы сделать сброс, нужно зайти в режим recovery. Для этого необходимо нажать кнопку вверх громкости и включение. После чего вы увидите меню. В этом меню вы выбираете необходимый пункт для сброса всех настроек, и после чего вы отправляете телефон в перезагрузку. После чего телефон у вас загрузится, сделаете все необходимые настройки, и все у вас будет хорошо. Главное не забывать при этом ваш аккаунт Google, если он привязан к телефону. Если его не помните, то могут возникнуть некоторые другие проблемы, тоже решаемые, но тем не менее. На этом у меня все. Всем удачи и до скорой встречи.